Всем привет! Сегодня мы будем смотреть постройки друга Сондера, Акации. Всем привет! Да, сколько ты тренировался это говорить? Могу сам. Если руки типа убрать человечек, то не сможет использовать инструмент. То есть не сможет нарушить правила. А, я понял. Типа, вот... не хочешь правила соблюдать, останешься без руки. Да, Амогусом станешь. Уже тоже там. Как Амогус? Ну, не типа. Я не буду пользоваться инструментом, моя рука. Хорошо. А Алисом вообще не получится. Алиса, кстати, для пушки снежно неуязвимы. Я проверял. Так, тут у нас есть кактусы. Тут, в принципе, не надо, как у Сондера, искать фрагмент, сразу можно выйти. Ладно, я осмотрюсь, может, найду конфету. Нет, ничего нет, просто камушки и так. О, конфета. Она там была? Ее можно было? Нет, это, наверное, себе поставил. Так, открываем врата этой пирамиды. Ну, куда? Так, это давайте, что? Листы вперед. Сондер, не подсказывай, кто там был. И стоп, там что-то было, да? О, ой, красиво. Ой, обратно. Опять лабиринт? Немного на Сондера. Это ты один, ты так, короче, давай один, ты найдешь все. Так, ладно, начинаю проходить лабиринт. О, выход написан. Опа, ща. Какой-то парк. Оп, оп, я прохожу паркур. Нет. Ну его пройти можно. Сондер был тестером, он проходил. Не, ну боятся, что... Сондер. Ладно. Где? С какой попытки его можно пройти? А куда мне идти, налево или направо? Ну сначала тебе нужно активировать фрагмент. Видишь, там вот фрагмент есть. Его надо активировать, чтобы тебе открылся этот дверь. Я понял. Можно дальше пройти. И когда ты на него нажимаешь, там активируются все молоты и вращающие штуки. Стоп, а если я не нажму, то будет все нормально, я просто пройду. Может, дверь не откроется. А. А типа лучше меня будут забивать. Ну так все равно ты я прыгать не можешь. Хотя да. Проверял. О, я добрался до фрагмента. Вот, дверь открылась и включили все. Теперь микрофон. Надо обратно паркур. Да. Не хочу, ладно. Ну, можно было спрыгнуть и подняться. Да я и так упал. О, дверь открылась. Теперь мне надо проходить так. Паркуры очень... О, спасибо, подтолкнул. Куда идти? Ой, тут какие-то... Ой, это что забегает? Ты должен сталкиваться. А вот тут молоточек. Так, вроде... Ай, меня выбросил молоток. Интересно, что еще включить рты кулагать? Если хочешь, могу тебе здесь сделать сейф. Оп, оп. Нет, я буду проходить все честно. Хорошо. Так, так, подожди. Хоп, 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 хоп. Ну это испытание, где вот это выдвигается на. Ну да, она. А вот эти молоточки очень опасны. Хоп. Да, ну в принципе легко проходить, если типа подождать, побежать. Подождал, пробежал. Оп, видя, как пробежал. Я упал. А вот там дверь, это уже все, да? Это на следующее испытание. Ладно, я сейчас за спидраню. Так, оп, синим, оп. Пока не дошел. Оу-оу-оу, надо быстрее. Нет! Это было нечестно. Я починил ее. Починил. Надо было предупредить, что она меня ударит. Я думал, она в другую сторону поедет, и я жду. Давай тогда сюда тебе лесенку построю. Оп-оп. Ладно, давай мне чекпоинт. Мне надоело. Сейчас я делаю. Давайте сделаю чекпоинт сюда. К концу молоточка. Уже проходил. Или давай не сложно проходить. Оп-оп-оп. Я понял. Я вот, хочу вот так. Я на лестнице. Я спидранер, ну я смогу пройти это с первой попытки. Опа-опа-опа, по молоточкам. Ой, по я свалил. Я буду тренером. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп, на молоток. Оп-оп-оп, через молоток нет. Моя последняя попытка. Оп-оп-оп. А, перепрыгнуть ее может по... Ай. По паркуре? Больно она бьет вообще. Да, она просто побыстрее, чем Сондера. Да это невозможно. Возможно. Оп, оу-оу-оу-оу-оу, я самый счастливый. Все, вот так вот, так, все. Вот. Типа, когда к тебе приближаешься... Оп! Нет! О, я на ней катаюсь! Ладно, уже упал. Я на ней очень круто катался. Оп! Опа, сейчас надо вот так, нет. Мне ее просто надо пройти. Оп! Мне проходить, надо знать, как ее проходить. Оп, опа, оп, опа, оп! Нет! О, я на ней катаюсь! Оп. Опа, я счетерил! Ах, нет! Видел, как ее, она меня ударила, я сюда... Ладно, я пошел дальше. Мне очень сильно повезло, короче. Ой. Это плюс это, плюс это, плюс это, плюс это, равно вот это. Короче, соединить точку с какой-то палкой, с какой-то бумажкой, с этим. И с этим получится. И тогда ты сможешь открыть эту дверь, ты пропитываешь. Что мне делать? Нужно искать эти вот... На них когда ты на них будешь нажимать, не пропадать не будет, просто маскот. Ой, потому я нашел. Потому что некоторые не получится, что пропадали. Нажал на точку. Что, она вот, там база лопнула. Так, теперь мне нужно найти палку. Вот. Я вот тут встану. Палку нашел, теперь мне надо зеленую. Так ничего, я тебя просто встаешь от них. А, о, вон там что-то. Так, осталось только зеленая нажимать. Она находится за открывающейся дверь. Здесь дверь. Ну вот дверка, ну как ее открыть? А, надо найти кнопку. А, Сондер. Все, я нашел. О, вот у меня появилась карточка, на которую я нажимаю, открывается дверь. Ой, где я? Я упал сразу. В смысле, куда ты упал? Я заспавнил. А, типа надо. А, ну ладно. Теперь я знаю, как здесь читерить. Вообще знаю. Так, сейчас. Ну и так же, вот так не получится. Клик тюмовый. А, не, а чё так? Эй, клик тюмовый, ты чё работаешь? Если хочешь, могу дать подсказку тут. А, я просто думал, мне получится читерить. Ну типа, он же тут не видит, он думает, что все блоки скалит.
могу дать подсказку, если хочешь. Эмили же, может, стоит, я буду перекрашивать хотя бы. Так. Да, да, окей, можно. Ой, я нашел верную. Просто есть секретная кнопка, на которую если нажать, и сможешь наверху узор появится, по каким можно. Так, значит, надо найти секрет. Да, тут есть такая тема. Это как постою. Кто ее нажал? Где? Кто ее не нажимал, на кнопке ничего не появилось. Нет, о, я нашел. А нет. Кто это делает? Слондер, ну, хватит. Заактивировал, вот это активировал. Активировал на погодку. А что, я же не нажимал, это не я. Так, кто дезактивировал, вот это. Слондер, не нажимай больше, нет, верни. Верни, пожалуйста, я не хочу бдительно падать. Ладно, давай, в принципе, что-то не подсказывать, просто возьму... Ой, я нашел. Мужик, так, да, теперь вперед. Так, 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 так. Лис упал, молодец. Ну, я же пак побыл. Да, раз, два, раз, два, раз, раз, раз. Блин, упал. Если по контуру тут пройти не получится, если это упал на скале. Понятно. Так, куда теперь? Раз, 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 раз. Да. Там можно их считать, потому что там между ними промежутки. Раз, два, три. Раз, 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 раз. Тут я всегда падаю. А, надо все это до свидания. Хоп, хоп, хоп. Оп, верно. Оп, 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 оп. О, я прошел правильно. Оп, 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 оп. Так, вот тут надо осторожно. Я тут постоянно. Назад или вперед? Вроде вперед, да, сюда. Теперь назад, да, сюда. Сандер, верни сюда на прошлое испытание. Раз, раз, раз. Раз, два. У меня подсказка открыта, я даже так. Раз, два. Ну там сложно, даже я. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Стоп, я же могу просто перепрыгнуть вот так. Оп. Ну да. Айкью, миллион. Зачем мне там проходить? Я хотел типа здесь потолок, но забыл про него, что невидимый, а блок у меня опять читерил. Так, теперь вперед. Да, вот можно, ну, в принципе, уже под конец легко. Ну, это скорее так. Лист, не мешай мне, все, я прошел, ура. Давай, да. Так, мне нужно найди найти. Найди фрагмент. Сондер, хватит нажимать на все, я должен. Не смякай, Сондер, покусаю тебя. Я его сейчас взорву. Давай. Будешь наказан. Ой. Тут, типа, на многих кнопках стоит, чтобы, типа... Не просто, знаешь, не водили по экрану и находили, потому что бдители. А, я понял, там вон. Ну. У некоторых какая-то штука он там добавил. Тут есть троллинг, как говорил. Блин, что делать? Типа небольшой троллинг, а я пока на фото. А, мне типа нужно найти одну такую. Да. А чем они отличаются? Нет. Они же одинаковые. Так, смотрите, ну, допустим, одна типа, правильно? Они чем-то отличаются, там миллиметр. Как будто отличаются. Ну, просто если бы я сделал их разные, тут там было бы легко. Так, они зеленые. Еще надо на все попасть. Ладно, я на все прямать сейчас. Ну, это не троллинг. Отдельно есть жёлтый на этом испытании. Больше жёстче, чем 100 кликов. Так сказать... А, потом, знаешь, когда перекликнешь все. Все, надоело. Хочешь прикол? Тут нету нужного фрагмента вот в этом. Он спрятан где-то, секрет. Ну, я так и знал, где-то он тут рядом. Да, это просто специально так вот так делать, чтобы не... Чтобы ломать мои пальцы, а потом... О, о, я наездник. Так, там прям фигурка, да, будет? Ой, уйди отсюда, Сон, иди отсюда. Понял? Где? А, я упал в бездну. Ой, я... Сейчас, подожди. Сюда. Что мне теперь делать? Ну вот, ищи, в принципе, фрагмент, только Сондер не подсказывай теперь. Сондер, покажи, покацать. Отойди, пожалуйста, туда, к стенке, и не смотри. Он нажал на кнопочку. Откуда он тут появился? А Сондер нажал на кнопочку, Сондер нажал на ответную. Ладно, он молодец, спасибо, я пошел. А куда я попал? Ты прошел квест, попал. Вот быстро, хотя ну, нет. Строил его, ну, недолго, строил намного быстрее, чем Сондер, потому что его вообще 2 месяца. Ужай. Тот бункер, который был... А, я понял. Мне стыдно за него. Грузи, Сондер, это приказ. Нет, мне тоже. Это его то, что он плохо построенный. Ладно. Грузи, тогда я буду смотреть это. Вот такой план. Просто меня он не полноценный. У него нет. Давай, Сондер. Ладно, давай. Давай, грузи. Так, это твоя часть, построй, да? Построй-ка так, что не судите стройка, потому что там и плохо строили. Там построено. А почему без общего строительства застроили тут все? Да, да. Опять просто... я в бездну паузу. А, просто не загрузили. Тут просто на порталах все сделано. А, тут есть елки. Тут... Ой, это что такое? Тут есть мостик красный. Да. Вода. Нет, ну реально, вот Сондер так сейчас не строит. Ну что это такое? Ну да. Ой-ой. Тут есть палатки. Которые немного меня... Тут есть сиделки. А что такие маленькие? Они же сломаются. Костер включается. В смысле как? А, типа вот костер выключен, костер включен. Да, подарок. Что тут еще? Лагерь, а, это по земле. Тут опасно очень спать, взрыва опасно. Вообще. Я знаю, не знаю, с ними все плохо, я знаю. Тут спать, обижали. Тут землю загоняют, тут землю загоняют, тут еще. А для чего этот бункер нужен? Просто строили как-то. Мы тогда смотрели, уже мы тут брать сериал, да, по-моему. Тут есть земля, а зачем бункер-то? Ну просто, если смотреть, когда мы тогда смотрели, сейчас смотрим сериал у ютубера по Майнкрафту. Типа взрывать. Там бункер был. Он, короче, чтобы защищаться, да, у вас? Да. Тут дверь все открывается. Сейчас на вас нападут зомби. Ладно. Блин.
Через 5 секунд. Так, я захочу попасть в бункер и... Дверь открывается. Открывается дверь. Можно зайти. И... Ты попадаешь вниз. Мы попали в бункер. Где есть оружие, пулеметы, автоматы, бомбы, гранаты и... Очень некрасивые. Рюкзаки вот вообще я шикарно построил. Квадратные. Лаутин. Ну, это старая постройка. Мини. Очень старая. А как сюда зайти? Лапочка. А, не додумался нажать на вот эту кнопку. Да. Красный надо было перекрасить, тогда бы нажал. О, проход вниз, чё-то опять. Ну, теперь я нажму кнопку. Да, дома всё долго открывается. Ну, это же бункер. Тут есть еще две кнопки, а впереди можно поспать и посмотреть телек. В бункере! На улице ядерная бомба взрывается, а мы тут сидим телек. Да, можно полежать. А вот тут, медосек. Кажется, мед... Да, тут можно светку. Тут дверь, в которую никто, кроме меня, не зайдет. Вольная лампочка тоже можно. Нет, а тут склад. Почему? Ну, да, я могу зайти через стену. Не понял. Я, значит, дверь закрыл, они через стену заходят. Да. Тут бумажки всякие. Так, ну, свет, подожди, сейчас свет включу в бункере. Мне больше всего там бункер нравится, того, что я строил, это генератор. Открой. Я строил, потому что нравится генератор. Так. Дверь. Какие-то двери не хотят открываться, ладно. Ну, видимо, тут? Когда мы что-то там загружали, кстати, не разы что-то сломали. Так, тут есть стиральная. Да. Тут долго открывается, мне кажется, лучше взорвать. Так это бункер. Опа, пролез. А это как? Она почему-то сломалась. Давайте Тондер заберем. Это дверь заклинила, нужно ее подорвать. Да. А, ладно. Это кухня. Да, включим свет. А где генератор? Холодос не открывается, механизм был, но сломался. А где генератор? Ну ладно. Вот тут, вот тут, вот, а, вот. А, сейчас на кухне что-то Сондер хочет. Что-то на... А, да-да-да, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Стоп, как она наполняется? Это засор, не надо, все, не надо. Это мой его засор, я делал. А, стоп, что тут? Так, так он показал, хотел тебе засор вот этот, тебе засор хотел. Так же тут, да, большой апокалипсис. Да. И ой, это что? Небольшой зачем полку надо устроим? Было сюда, вот. Да, апокалипсис. Эх, я даже ничего не делал. Пошлите на улицу, сейчас будет настоящий зомби-апокалипсис. А, ты не посмотрел еще две комнаты еще. А, как их я не был? Первые. Вот этих первых. Открываю. Тут генератор как раз таки. Генератор, за который тебе не стыдно. Посмотрим. Да, он хотя бы, он более-менее красивый. Ну, хотя да, за него, ой. Я на нем могу что-то ехать. Там вот, нажми на маленький экранчик, там. О, а это капсула, тут кто-то опыты проводил. Нет, это вода. А, вот трубы. Молоток. Откройте мне дверь, я сейчас, будет зомби-апокалипсис. Я же сказал, приготовьтесь.